К другим новостям. Во время одной из рабочих поездок Михаил Игнатьев выразил недовольство состоянием дороги Волга на участке от Большого Сундаря до пристани Шишкары. Из-за частых перевозок тяжеловесного груза, превышающего нормы, на асфальте образовалась колейность. Наша съемочная группа отправилась на место весового контроля, чтобы выяснить причины ухудшения состояния дороги. По муниципальной дороге Маргаушского района, ведущей к Волге, многотонники ездят ежедневно и не один раз. И все бы ничего, если бы вес груза соответствовал нормам. В среднем за ним приезжает где-то около 60 машин. Нарушители, можно сказать, попадаются каждая вторая машина с перегрузом более допустимых норм. По осевым нагрузкам 10,87. Размеры штрафов зависят от перегруза транспортного средства и от пройденного им километража. Так высчитывается урон, причиненный дороге. А вот и очередной КАМАЗ, который оказался злобным нарушителем, то есть не первый раз проезжает перегруженным. И это, конечно, какой-то здесь очень хитрая вещь. Машина 13 тонн рассчитана, а по осям он 10 тонн не проходит. Осевая нагрузка идет 10,87. Да, 10,87, во. Ага. А машина на 13 тонный заводом выпускается. И так каждый день. Но весовой контроль работает не круглосуточно. Этим и пользуются нарушители. Они готовы простоять весь день, чтобы перевезти тяжелый груз в то время, когда рабочая смена уже закончилась. Так никто не сможет помешать им проехать безнаказанно. Естественно, дорога не рассчитана на те массы, которые возят по этой дороге. Наша задача, чтобы ущерб тот, который наносит транспортная компания нашим дорогам, она возмещала. И мы на эти деньги, конечно, восстанавливали эту дорогу. Штрафы поступают в Республиканский дорожный фонд. Однако не все нарушители стараются выплатить их вовремя. Порой дело доходит даже до суда. В целом дороги Чувашии находятся в удовлетворительном состоянии. Но неизвестно, к чему может привести безответственность собственников транспортных фирм и приближающиеся дожди, считают в управлении республиканскими дорогами. Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика.